момент времени. Татьяна, жена алкоголика, спасибо большое всем, кто вернулся. Пятый шаг. Признали перед Богом, да, самим собой и другим человеком. Вот она, Святая Троица. Я, Бог, другой человек. Это все, чем пронизана наша программа. Да. В четвертом шаге я работала сама с собой и с Богом, а теперь мне надо пойти к другому человеку. И это требует большого смирения. И это и есть, да, очень мощный удар по моему эго, потому что признаваться в своих ошибках другому человеку неприятно, и я не могу сказать, что сегодня что-то изменилось, мне по-прежнему неприятно это делать. Пятый шаг в том варианте, который я делала его со спонсором. Слушайте, я в таком состоянии проходила шаги, я вообще ничего не поняла. Ничего не поняла. Я вот реально, я прям поражаюсь, как вот я могла быть такой, да? Потому что спонсор мне там диктовал, например, говорит, вот в этой ситуации жалость к себе, да пиши жалость к себе. Я говорю, а что такое жалость к себе? Она говорит, возьми странички из ежедневника, почитай. И я начинаю читать, и я начинаю понимать, потому что я не понимала, что у меня есть такое качество, как жалость к себе. Я сегодня умираю от этого качества, потому что это постоянно, я постоянно ловлю себя сегодня на жалости к себе, в постоянном недовольстве. Вот. Как я сегодня делаю пятый шаг? Вот я не оговорилась, да, я часто слышу фразу «я принимаю пятый шаг». Нет, я не принимаю пятый шаг, я делаю пятый шаг. Я делаю пятый шаг вместе с другим человеком. Я слушаю, молюсь и рассказываю что-то о себе. Я не говорю о том человеке. Я просто нахожусь в молитвенном состоянии. И для меня сегодня очень большая разница между четвертым шагом и пятым шагом. Я знаю, как это делают другие люди, это нормально, у нас у каждого свой опыт. Я тоже первое время считала, что пятый шаг – это разбор полетов. И мы разбирали каждую позицию, да, в четвертом шаге. Это очень тяжело, это мучительно. Мой первый пятый шаг, он длился 3 дня, я чуть с ума не сошла. Тому человеку было хорошо, я чуть не сдохла. Вот. Сегодня я помогаю своей подопечной писать четвертый шаг. Мы пишем его вместе. Я в свободном доступе, я говорю, если что непонятно, звони, я тебе подскажу. У меня есть своя собственная инструкция, да, написанная, там много примеров из моей инвентаризации. Сегодня я не работаю с новичками, я беру людей, которые уже какое-то время побыли в сообществе, у которых уже была попытка пройти шаги, и им это понятно и ясно. Я не знаю, новичок может вот воспользоваться этой инструкцией или нет, я, наверное, не смогла бы. Вот. А пятый шаг – это просто разговор. Вот. И это занимает часа 2, 2.5, 3. Мы просто беседуем. И это очень весело. Мне девчонки все время говорят, это был самый легкий пятый шаг в моей жизни. Моя задача не мешать Богу работать. Вот Бог, Он великий. Чем меньше меня, тем больше Бога. И я тоже, каждый раз делая пятый шаг, получаю очередное какое-то духовное пробуждение. Что-то проваливается во мне. И вот это вот потрясающее состояние, да, как-то я помню, был период, когда после каждого пятого шага я находилась вот в потрясающем духовном состоянии, такая тишина, тишина в голове. И знаете, такая мысль, какие же мы все просто люди. Мы просто люди. Мы все делаем одно и то же. Моя задача – дать понять другому человеку, что он не уникален, что я делала все то же самое. И это то, что делала мой спонсор. Вот это вот прям меня поразило, потому что я, конечно, придя в сообщество очень больным человеком, первое, что сделала, я сделала своего спонсора кумира. Я смотрела на нее, думала, какая же она необыкновенная, я никогда не буду такой. А в пятом шаге, когда она начала рассказывать про свою жизнь, я поняла, да она просто человек. Вот поэтому это очень просто. Я слушаю другого человека, молюсь и что-то рассказываю из своей жизни. Она про маму, я про маму. Она про изнасилование, я про изнасилование. Она про смерть ребенка, я про смерть ребенка. Я делюсь с ней тем опытом, который у меня есть, и я не фантазирую. Человек начинает рассказывать, и я прям сразу знаю, что надо рассказать ему. Вот, поэтому это очень просто. Я бы, наверное, хотела поделиться опытом пятого шага, как я сегодня это делаю, потому что для меня это жесточайшая дисциплина, это третье действие 10-го шага, и мне абсолютно необходимо оставаться спонсируемой. Мне очень важно обращаться к моему спонсору, потому что эго – страшная вещь.
Она все время поет мне песни, что я уже вызрела, что я молодец, что я справлюсь сама, что это ерунда и все такое прочее. Но я знаю эти песни, поэтому я очень стараюсь звонить своему спонсору. У меня сегодня нет таких ситуаций, чтобы злоба меня рвала или чтобы там очень сильно что-то меня тревожило, потому что я все-таки научилась нормально делать 10-й шаг, да, с первым его действием, наблюдать за собой, вовремя просить Бога, чтобы он избавил меня. Но ни разу не было, чтобы я позвонила своему спонсору и пожалела об этом. Я всегда слышу что-то новое. Это потрясающе работает. И я сегодня абсолютно уверена, что сам факт обращения за помощью обязательно дает помощь. И у меня было много раз, когда я, например, проговариваю, вот сейчас, слава Богу, в WhatsApp есть такая возможность, да, нажимаешь, начинаешь проговаривать свою проблему, и когда ты ее говоришь, ты уже получаешь решение. Очень важно обратиться за помощью к другому человеку. Вот, и было очень много случаев, которые меня поразили, я просто увидела, как это потрясающе работает, да, я помню, в начале пути Бог прям такие картины рисовал, да, вот смотрите, такая ситуация, да, я там, вызвала курьера, он должен был привезти краску для принтера, да, а мне надо уезжать на группу, я подхожу к сыну, говорю, сынок, вот 2400 рублей приедет этот самый, отдай ему, пожалуйста, да, я сажусь в автобус, еду, мне сын звонит, говорит, мама, а там 1200, я говорю, как 1200, я только что дала тебе 2400, да, он говорит, мам, здесь 1200, я говорю, ну извинись, да, отпусти этого человека, но не получилось, и тут я говорю, слушай, а где моя дочь, да, говорит, она только что выбежала, и я понимаю, что дочь взяла деньги и убежала, и у меня такая злоба на дочь. Как она могла? Ну, как это можно, да? Это же ужас. Я звоню своему спонсору, спонсор не берет трубку. Я звоню своей подопечной, говорю, слушай, помоги мне. Она говорит, ты что, меня проверяешь? Я говорю, какой проверяешь? Я сейчас сдохну, помоги мне. Я наговариваю ей эту ситуацию, она мне что-то отвечает. А у нее плохая дикция, я не слышу, что она мне говорит. Я не слышу. Я говорю, ладно, спасибо, кладу трубку, и злоба вот эта, я продолжаю находиться вот в этом состоянии резентмента, да, и я разговариваю со своей дочерью, я говорю, как ты могла так поступить? Ты пойми, ведь это же чистейшей воды эгоизм, ты потом все это будешь получать от своих детей. И тут мне проходит тихая, спокойная мысль. Таня, ты всю жизнь была эгоистична по отношению к твоей матери. Это ты получаешь то, что несла в этот мир. И все, и меня отпустило. Я не слышала, что сказал мне другой человек, но я наговорила проблему, и мне был дан ответ. И вот это вот реально то, чем я пользуюсь. И таких случаев было много. Когда я, например, не могу дозвониться до спонсора, но уже то действие, что я взяла телефон, нажала на кнопку и позвонила ей, сегодня уже по этому действию Бог дает ответ. Но мне надо сделать это действие. Мне надо обратиться за помощью к другому человеку. Это помогает, да, смирять мою гордыню и держит мое эго, уминает его. Потому что эго – страшная вещь, что она обладает формой газа. Это вещество со слабыми межмолекулярными связями. Оно постоянно пытается, да, раздуться. Вот поэтому мне необходимо это. Знаете, какой интересный момент в пятом шаге? В книге написано, да, вот это было важно понять мне. Здесь говорится о таком потрясающем парадоксе моего заболевания. Во мне сочетаются две абсолютно несочетаемые вещи, и об этом написано в книге в пятом шаге. Сейчас найду это место. Смотрите, прочитаю вам от первого лица. Больше, чем кто бы то ни было, я веду двойную жизнь. Я прекрасная актриса. Окружающим людям я постоянно преподношу свой сценический образ. Я хочу, чтобы люди видели меня именно такой. Я хочу иметь определенную репутацию, но в глубине души понимаю, что не заслуживаю это. Парадокс, во мне сочетаются две абсолютно несочетаемые вещи. С одной стороны, у меня мания величия. Слушайте, у кого какие проблемы, все ко мне. Я готова решать проблемы всех людей. Человек просто делится со мной, а у меня в голове автоматически рождается план решения его проблемы. И мне даже не надо, чтобы меня спросили об этом. Я перебиваю и начинаю это делать, да? Вот я всегда была жилеткой, ко мне ходило огромное количество людей, обращалась за помощью, я была готова решить проблемы всех людей. И в то же время у меня комплекс неполноценности. Себе я не люблю, себе я не уважаю, себе я не могу позволить. Я отказываю себе во всем. Вот по отношению ко мне у меня такое нищебродство, понимаете, я это называю. Я себе чашку кофе не могу купить, потому что это слишком дорого. Понимаете? И вот маразм. У меня был период жизни, когда муж работал в бизнесе, было очень много денег, мы покупали квартиру, мы 4 раза в год ездили за границу. Но я не могла позволить себе просто стакан капучино купить. Зачем?
Я очень сильно экономила. Мне все самое вот, по распродаже, подешевле, и я прям так радуюсь, да, и не могу себе, и это маразм. Да, вот сегодня все стало на свои места, сегодня все-таки я могу позаботиться о себе, я могу позволить себе то, что не позволяла себе раньше, и Бог великий. Это все ерунда, да. Я, например, сейчас в Москве с удовольствием пользуюсь такси. Вместо того, чтобы тащиться полчаса на автобусе, я прекрасно заказываю Яндекс.Такси и доезжаю до метро. И это вообще не имеет никакого отношения к моему семейному бюджету. Я просто раньше себе это не позволяла. У меня всегда были деньги, я никогда не считала возможным тратить их на себя. Но когда речь шла о том, что положить мужа в больницу, да, 7 тысяч в день, 3 тысячи вызов врача на дом, конечно. На другим я готова все. О себе я не могу позаботиться. Это нехорошо. Потому что вот это чувство собственного достоинства, базовый инстинкт, данный мне Богом, и эгоизм, нормальный, здоровый эгоизм, да, как базовый инстинкт, он и дан мне Богом для того, чтобы я могла позаботиться о себе. А я готова заботиться обо всех других людях и жду от них, чтобы они позаботились обо мне в ответ. А мне Бог дал инстинкт. Да ты сама о себе позаботься, да? Все есть. А я не умею этого делать, и я не могу сказать, что я училась это делать. Потому что у нас очень простая программа. Я просто жила на основе 10, 11, 12 шага, ходила на группы, служила, и как-то постепенно вдруг поняла, что пришло какое-то самоуважение, пришла способность позаботиться о себе. Все становится на свои... Бог все ставит на свои места. Не надо специально ни над чем работать. Да? Как женщина там на собрании слышу, я обнаружила в себе такой недостаток, как омскость неполноценности. Это не недостаток, это симптом моего заболевания. Нормально. Да, а это и есть проявление духовного заболевания. Вот, поэтому сегодня это все потихонечку встало на свои места, и я сегодня достаточно, я могу сегодня себе позаботиться, да, я могу себя побаловать, я могу себе позволить, и Бог радуется. Вот Бог радуется, когда я радуюсь, понимаете? Вот, а как это раньше? Раньше я абсолютно была уверена, что обо мне должны позаботиться другие люди, и, например, я всегда любила театр, да, и я покупаю билеты в театр, не интересуюсь мнением своего мужа, говорю, слушай, вот я купила билеты, мы идем с тобой, да? И вот представьте, постоянная картина. Мой муж всю жизнь работал в офисе, да? Вот мы с ним договариваемся, все часов мы встречаемся, я даю ему билет, я прихожу первой, я сажусь, и я сижу, ну где же он, ну где же, я нервничаю, я переживаю. В последний момент открывается дверь, залетает абсолютно вымотанный муж в костюме, плюхается рядом со мной, я думаю, слава богу, успел. Я не думала, что это проявление эгоизма. Я никогда этого не думала. Я считала, что он должен ходить со мной в театр. Да? Сегодня, если я хочу пойти в театр, я куплю билеты, приду к нему и скажу, дорогой, я купила билеты в театр, хочешь сходить со мной? Если он скажет, не хочу, я пойду со своей подругой. Вот. И это как-то само собой все произошло. Сейчас подумаю, чего еще. Вот, знаете... Я долго шла вот к тому, чтобы вот этот пятый шаг стал таким, да, потому что я очень много работаю с другими, я пятый шаг принимаю примерно раз в месяц, вот. И у меня есть жесткая дисциплина, как это делаю я. То есть каждое утро просыпаюсь, я молюсь, я говорю, Господи, сегодня приедет твой ребенок, ему нужна твоя помощь, сделай меня полезной. Я всегда бросаю смс-ку спонсору, сегодня делаю пятый шаг, помолись за меня. Я нахожусь в молитвенном состоянии во время пятого шага. Когда он заканчивается, я всегда благодарю человека, я говорю, спасибо тебе огромное за то, что ты была откровенна, за то, что нашла время и посвятила это время мне. Вот, ничего меня не задело, я люблю тебя, Бог любил тебя всегда, вот, и потом жесткач я иду к Богу и говорю, все, что я услышала сегодня, было сказано не для меня, было сказано для тебя, помоги мне забыть это, и он забирает это, я не помню, и это нормально, я помню, как я поразилась, когда я разбиралась со своим спонсором список восьмого шага, я ей говорю, ну, помнишь вот этот вот человек, да, а у него такие пустые-пустые глаза, я, что ты, блин, забыла-то, мы только недавно, а зачем ей это помнить? Я тоже не помню, я сразу предупреждаю людей, я все это забуду, это мне все не нужно. У меня своего, знаете, Г хватает, чтобы мне еще и таскать и другое, да. Поэтому я все это сразу отдаю Богу, и Бог забирает. И это довольно тяжелое духовное действие, я всегда предупреждаю человека, чтобы в этот день он ничего не планировал, чтобы он дал себе возможность отдохнуть, чем-то побаловал себя, потому что я после пятого шага влетела на 3 дня с температурой. Я болела после этого, у меня опухли и слезились, и гноились глаза, у меня просило. Такая вот, это серьезное действие, да, и мой организм, он тоже реагирует на это. Вот, поэтому я об этом сразу забываю, ну и мы идем дальше. Спасибо большое, что послушали, уступаю место другому человеку. Спасибо.
меня вот Лена, я алкоголичка. Что же нужно сделать было мне после того, как я написала список четвертого шага? Мне нужно было найти человека, который помог бы мне увидеть дефекты моего характера, потому что некоторые вещи я увидела, а некоторые еще остались скрытыми. И этот человек, ну, как бы должен понять, для чего мне это надо, да. Это был мой спонсор. Для чего мне нужно было это сделать? Здесь вот в книге написано, если мы не пройдем этот важный этап, мы не сможем бросить пить. Еще там есть предупреждение в книге, что новички, время от времени, которые скрывали часть своей жизни и не рассказывали всю и свою историю, неизбежно напивались. У меня было два спонсора до прихода к третьему, и я пробовала сделать с ними четвертые шаги и пятые. Я что хотела, то и озвучивала. Это я расскажу, это я не расскажу. Я пила. Я никогда не могла никак остаться трезвой. У меня было даже 2,8, там, как я думала, трезвости. Но самый важный этап, что я не менялась. Да? И я не могу сказать, что для меня это было легко прийти к третьему спонсору и рассказать всю свою историю жизни. Нет. Потому что, вот как Таня сказала, я тот актер, который хочет преподнести свой сценический образ. И я попросила... когда мы договорились со спонсором, у меня были еще сомнения, потому что я очень боялась, что я слышала на некоторых группах, что спонсоры рассказывают историю там своих подопечных, да, вот. Такая вот, как я считаю, нечистоплотность. Вот. И я очень боялась, что мой спонсор пойдет и тоже будет про меня там трындеть потом. Вот. Ну, она сказала, нет, все, что ты мне сейчас расскажешь, все останется во мне, да. Мне было нелегко. Да, и у меня был момент, когда мы какие-то моменты... Ну, я, во-первых, мы взяли Бога, да, обязательно. Бог, без Бога это никак. Я-то точно взяла. Вот. И начинали потихоньку, да, потому что первые моменты, да, вот особенно детство, я спорила с ней. Я с ней спорила, я пыталась доказать, да, и принять то, что она мне говорит. Потому что недостатки я не увидела практически, ну, многие. А это основные 4 мои недостатка. Корысть, где я была нечестна, где я была эгоистична и где я трусила. Да, чего я боялась в этой ситуации. И потихоньку-потихоньку я поняла, что как бы открывался, она мне рассказывала, мне было неприятно. Однажды мы были... мы с ней несколько дней. Мы выбирали день, раз в неделю мы с ней встречались, не больше 2 часов мы... Она принимала у меня 5-й шаг. Вот. И однажды мы по скайпу с ней встретились. И были моменты, когда меня фанило так, что у меня выключился компьютер. Она мне звонит на телефон и говорит, что ты трубки бросаешь? Я говорю, я не бросаю. Вот насколько внутри меня было сопротивление, да, насколько я не хотела вот это все слышать, разговаривать. Ну, рассказать-то я могу, да, но услышать в ответ, какая я красавица, я не хотела. И не могу сказать, что меня порадовало, да, то, что она сказала. Я говорю, когда я сделала это все ей рассказала, она мне все рассказала, где мои ошибки, почему я так вот поступала там, да. Я не могу сказать, что у меня прям пришло какое-то чувство эйфории, там что-то у меня там открылось, какая-то там 3-я или 4-я чакра, да. Я просто сказала, слава Богу, я сделала это. Я честно ей озвучила всю историю с детства. Единственное, что я поняла, что мое поведение взрослого человека, оно из детства. Вот я повзрослела, а мое поведение вот этой малолетки, там, когда я в 4 года падала на пол и била, купите мне конфетку, дам, если вы не купите, я выкинусь в окно. Я продолжаю вести там в 45 лет. Я поняла, почему не менялась. Да, сегодня этот шаг предлагает измениться. Ну, так же, как и 4-й, 5-й, они вместе для меня. Сегодня, вы знаете, я очень благодарна своему спонсору, да, она говорила мне правду, но как-то вот это вот
с терпением, что ли, с любовью какой-то, да, она говорила. Я плакала там в некоторых моментах, я там зубами скрипела, а вот она как бы не хотела говорить там, а она не то, что там заставляла там, да, но подталкивала меня, да, и я сделала это. Сегодня подопечные, я очень бережно к ним отношусь, потому что бывают ситуации, которые для них очень болезненные, да. И я своим девчонкам говорю просто, когда вот начинается это, я говорю, девчонки, говорю, я как хирург. Вот представьте хирурга. Вы приходите с нарывом. У вас нарыв. Вот вы написали список четвертого шага, этот нарыв у вас есть. Сейчас его надо вскрыть. И я его вскрываю не для того, я вам делаю больно не для того, чтобы вам, мне так хочется, да, а чтобы потом вам пришло облегчение. И все, что будет происходить, да, между нами, останется за стенами, ну, вот этой комнаты, да. Я не хожу к Богу, я не прошу, мне как-то это автоматом, да, ну, сказали и сказали, да, потому что сегодня я живу в той теме, да, я не хочу, чтобы, ну, поступать так вот, ну, с девочками, ну, как это правильно сказать-то, не хочу поступать с людьми, но я хочу относиться к ним так, как ко мне относятся, чтобы относились. Да? И поэтому сегодня тема сплетен для меня, она закрыта, да, и обсуждение там с кем-то. Единственное, что бывают моменты, когда у меня нет ответа на какую-то ситуацию, я прям девчонкам честно говорю, девчонки, я не знаю, как вы, ну, что в этой ситуации, но я спрошу своего спонсора. Они, как правило, не против, да. Причем я хочу сказать, что мой спонсор, она даже не знает имена моих подопечных. Я просто прихожу, говорю, у меня вот такая ситуация у подопечной. Как думаешь, посмотри со стороны, я могу ошибаться, да. Вот, потому что и только с Богом это все можно сделать, да, без Бога это никак, да, это, но после того, как я честно озвучила, сделала этот шаг, да, всю историю жизни, моя жизнь, она перевернулась, я не знаю, как это сработало, да, желание выпить у меня ушло. Потому что то, что я раньше делала, я пыталась с двумя спонсорами первыми пройти этот шаг, да, и продолжать дальше, там, какие-то восьмерки писать, там, девятки делать, да, я все равно напивалась. Все равно какой-то гнилой помидор во мне оставался, который гнил, и меня разрывало. Сегодня это происходит по-другому. Я не знаю, как это сработало, да, что произошло, и как это объяснить, но то, что желание бухать на какой-то раздражухе и по какой-то ситуации, хлопнуть дверью и пойти всем назло напиться, у меня сегодня нету, да. У меня есть потеря работы, у меня есть какие-то семейные проблемы. Одно то, что я говорю, у меня сын, действующий алкоголик-наркоман, и я нахожусь с ними в квартире, у меня нету раздражения. Я открываю холодильник, да, там стоит молоко и вискарь там, да. Я не вижу, ну, как бутылка просто стоит, да. У меня нету сегодня ни слюневыделения там, да, ни какой-то агрессии на него, да. Он может какую-то шмаль покурить на балконе. Я не чувствую запах. У меня нет вот этой вот какой-то, ну, не знаю, даже ну, никаких эмоций, да. Ну, вот курит он и курит, да, я сигарет курю. Все. Это как-то все ушло. Я не знаю, у меня нету сегодня тех вот моментов, когда я веду себя эгоистично. Да, я это увидела, где, что. Сегодня в моей семье я стараюсь проявлять любовь и терпение. Да. Удивительные вещи происходят, да. И как-то вот все повернулось, ситуации не изменились, да. Я изменилась, а люди остались те же. Люди остались те же, и жизнь моя как-то по-другому. Да, я стала относиться к людям по-другому. Я своим подопечным часто рассказываю про очень хороший мультик такой, знаете, про крошку енота, который мама послала за сокой, он подходит к этому пруду, потом бежит к моей маме, мама, там чудовище. Она говорит, ты пойди улыбнись. И он прибегает с этим корзинкой о соке и говорит, мама, там такой друг классно сидит, он мне о соке дал. Вот и я сегодня, да. В некоторых ситуациях я просто отхожу. Если когда раньше я могла бы стулом по башке дать. И жизнь, она стала отличной для меня. Яркой, красочной. Да. Я сегодня не обижаюсь на тех людей, которые наступили мне на ногу. Не бью им в спину или там спинка ногой не выкидываю. У меня был случай, когда я с первым спонсором попыталась сделать пятый шаг, да.
А потом рассказываю ей в рамках, там, ну, звоню и говорю, ты представляешь, это самое, я в метро еду, там какая-то подошла ко мне пьянь и начала мне мозги втирать, я как с ноги дала, она вылетела из вагона, она мне спрашивает, где твой пятый шаг, где твой четвертый шаг? А я не понимала, о чем она говорит, потому что тогда я искала недостатки других людей, да. Но когда я сделала это с Богом, честно, рассказала, мне показали, я ничего не поняла. Вот знаете, там некоторые говорят, мы поняли, у меня есть подопечные, я поняла. Я ничего не поняла. Я свой четвертый шаг писала в начале, ну, года 2,5 назад, да. У меня сегодня нет четвертых шагов, потому что в рамках 10-го шага у меня есть мини. Я очень часто звоню спонсору, практически каждый день, и озвучиваю ситуацию. И бывают моменты, когда она мне неприятные вещи тоже говорит. И меня прям, например, я невестке, о, Маша, наконец-то ты за 6 лет, своей невестке говорю, наконец-то ты за 6 лет научилась плиту мыть. Она говорит, ты вот слышишь себя? И мне прям, хопа. Вот. И мне становится некомфортно уже в этой ситуации. Вместо того, чтобы как-то по-другому, да, я слежу сегодня за тоном, каким тоном я говорю это. Да, можно сказать, сынок, ты там вот разрушаешь свое здоровье, да. Раньше бы я сказала, ты что делаешь? Сегодня я стараюсь, потому что, ну, стараюсь не, ну, в первую очередь себе вреда не приносить. И это работает. Спасибо, что послушали, трезво сегодня. Спасибо. Валентина, алкоголик. Здрасте. Что-то алкаши у нас сегодня 1,5 человека, да? Я-то хронически больной человек, и у меня, я вот слушаю сейчас Танюху, да, я понимаю, насколько действительно разная созависимость и зависимость. Я не жертвую никем, ни собой, ради кого-то. Я не думаю, что я должна отдать что-то, я думаю, что все должны мне. Не потому, что я вас ненавижу, да, не потому, что я там ненавижу своих близких и хочу, чтобы они все страдали, загнулись и были... Не... Потому что я так живу, да, я беру то, что надо мне, я не думаю о другом человеке. И, конечно, в рамках пятого шага, когда я начинаю двигаться, да, мне, когда мне говорят, слушай, ты смотри, что ты делаешь, ну, ты людей, которых ты любишь, как ты говоришь, ты их любишь. Ты их на лопатки кладешь. И мне не нравится это. Мне не нравится, потому что я действительно не монстр и не дебил. Мне самой больно становится от того, что я вижу, как я поступаю с людьми. Я не понимаю, почему так происходит. И фишка вся в том, что же если мне 100-500 раз и спонсор, и там все медики, и сообщество, и еще кто-нибудь расскажет, почему так, это не даст мне пользы. Да, поэтому в рамках пятого шага я и сегодня двигаюсь с девчонками внутри пятых шагов, и в своем собственном пятом шаге не искала ответы почему. Уже это пустая трата времени. Да? Очень часто мы на этом зацикливаемся. Почему я так себя веду? Да, мы приходим, у меня есть такой пример, который, ну, как мне кажется, очевидно показывает, когда я прихожу к доктору и говорю, что мне плохо, и это доктор, допустим, терапевт, да, и он говорит, у меня подозрение, что у вас воспаление легких, сделайте флюорографию. И мы посмотрим, да, я прихожу к нему с этой бумажкой, со снимком, он умеет его читать, он говорит, у вас воспаление легких. Я прихожу в сообщество, я говорю, я зависимый человек, я алкоголик, я наркоманка, я больна. Да, я поставила себе диагноз. Доктор поставил мне диагноз. У вас воспаление легких. Да, и мы начинаем с ним изучать. Откуда у меня воспаление? Вот я была в бане с девчонками накануне, там был холодный бассейн. Я там купалась, я могла там заболеть? Конечно, могла. Да, я ездила в машине, у меня максимально работал кондиционер. Я могла там простыть? Да.
Еще можно сотни причин. Ну, допустим, у меня вот всего один вариант. Я ездила, было жарко, кондей работал максимально. Все, один, больше нету. Ура, мы нашли с доктором, где я заболела. Почему? И? Как это моему воспалению легких поможет? Да, то есть мы очень часто сосредоточиваемся на том, что надо понять, почему. И часто спрашиваешь, зачем тебе ответ на этот вопрос? Чтобы больше так не поступить. Блядь, так ты еще тут помрешь. Да, ты еще отсюда не ушла. А ты снова хочешь сюда не попасть. Да, прежде чем что-то сделать, ты надо как-то вылечить это воспаление, иначе будет эмфизема или рак легкого. Да, поэтому поиск, это не мои вопросы, это не вопросы вообще человека, почему я так поступаю. Вопрос мой здешний сегодня, что я делаю здесь сейчас? Что мне делать, чтобы завтра не писать список четвертого шага и не слушать от спонсора, что ты не видишь, что происходит у тебя? И это нелегко. И вообще я не видела ни одного хронически больного человека, который радостно прошел четвертый и пятый шаги. Это больная тема. Это невозможно. Это сегодня я, допустим, делая свой какой-то там четвертый шаг, если он мне нужен, я вижу максимальное количество вещей в том, что делаю я. Ну и то спонсор мне может что-то подсказать. В первом четвертом шаге никогда человек не сможет увидеть все. Не потому, что он дебил, не потому, что он что-то делает не так, что Бог бережет его. Он не способен вывести вообще всю вот эту помойку. Он пьет, я вчера уже об этом говорила, он пьет от того, как он живет. Он закрывает это все, он не хочет на это смотреть. Но это тяжело посмотреть на это. Да, я не знаю, как это с точки зрения созависимости выглядит, да, если я начинаю видеть, ну, наверное, люди, нормальный человек, да, и он вдруг начинает видеть вот то, о чем Танюха говорит, что я никогда не подозревала, что я эгоистично себя веду, да, а тут вдруг действительно это начинаешь видеть, и это неприятно. И, конечно, я вам скажу, если нет честной работы моей по отношению, как это не работа, работа это вот то, за что деньги получают. Если нет честного движения моего к Богу в рамках первых четырех шагов, закрывай тетрадку, иди бухай. Да, такие ситуации случались в моей практике, да, когда приходит спонсируемая с тетрадкой, начинает, мы начинаем с ней двигаться в рамках пятого шага, и у нас начинается вот это. Нет, ты не понимаешь, он это, он то, он меня обманул. Меня не ставили здесь убедить тебя, что ты не права. Если ты считаешь, что ты права, тебя все устраивает в этой ситуации, ты нормально с этим живешь, закрывай тетрадку, бери книжку, иди домой. Меня не ставили здесь, как показать тебе правильную какую-то дорогу, которую я считаю правильной. Это не мое дело. Или ты считаешь эту дорогу правильной и идешь по ней. Или мы с тобой идем разными дорогами. Я обычно говорю, как ты думаешь, чья жизнь мне дороже, твоя или моя? Да? И, конечно, я слышу ответ, что нет, твоя. Все. Я не участвую в этом самоубийстве. Хочешь убиваться, иди убивайся. Книга наша, она так, она рекомендует. Она говорит, сомневаешься? Иди проверь, зайди в бар. Сделай так несколько раз. Сможешь выжить, Бог поможет. Я рада за тебя. Да, я, ну, у меня нет, я, слава Богу, сегодня я, ну, действительно, я очень маленькая. Меня так это радует, это место, потому что я всю жизнь была какой-то большой, и очень часто я была большой, потому что меня куда-то вот двигали, и я считала нужным соответствовать. Да, меня всегда с детства, мне какие-то приписывали штуки, какие-то вот эти важные вещи, и я на какой-то точке стояла, где вот это вот, пьедестал постоянный. Я вынуждена была раздуваться на этом пьедестале. Никогда в голову не приходило, что можно просто встать вот рядом со всеми и стоять. И сегодня я стою рядом со всеми одинаковые. Меня это очень радует. Мне очень комфортно в этом. Я не пойду никого сегодня лечить, рассказывать. Это, ну, очень полезная штука на пятый шаг, потому что когда я слышу пятые шаги, мне приходит благодарность.
Богу приходит благодарность, честная, искренняя. Я иногда слышу такие пятые шаги. Я иногда слышу такие ситуации. И я думаю, как эти люди вообще живут? Как вообще живет этот человек? А он потом еще идет и этим участникам этой ситуации помогает. Мне даже не дали такой ситуации, потому что я бы с зубами загрызла всех тех, кто в ней участвовал. А эти люди, у них столько доверия Богу, они так идут и столько несут потом тем людям, на которых у них были обиды. Я не знаю, как это рассказать даже. Это не какое-то там действие. Мы поняли, увидели, написали. О, вы знаете, я вот тут что-то туда привнесла. Ах, конечно, мне теперь надо его простить. Ах, я пойду ему помогать. Я не знаю, как это случается. Я не знаю, я бы не смогла. Вот я бы не смогла, а они могут. И я очень часто говорю Богу, вот, например, за Ленку, я очень часто говорю, когда я с ней разговариваю, она что-то рассказывает. И я говорю, Боже, дай мне хоть чуть-чуть столько доверия, сколько у нее. Да, потому что я не знаю, где была бы семья моего сына, если бы он так себя вел. Да, когда вот она там говорит, я не могу, я не приеду сегодня в 9, потому что я спать легла в 4. У нас тут песни были. Она не шумит, не жужжит, не орет. У нее нету, милиция там не стоит, потому что она искалечила кого-то. И рассказывает, что, блядь, я по-другому не могу. Я спокойно взяла биту и стебанула ему по башке. Она не говорит так. Она говорит, слушай, я сегодня не могу, потому что я не отдохнула. Она просто говорит, у нас были концерты. Она не жалуется, что этот в очередной раз, да в конце концов, да сколько можно. Я не знаю, как это возможно. Да, у меня нет столько ресурсов. И, ну, пятый шаг, это как бы результат действительно этих всех шагов, которые и всех действий по движению к Богу. И часто очень вот эти вот направления, как BBSS и Back to Basic, они говорят, это переворот. Да, и может быть отчасти это так и есть. Да, потому что задача спонсора попробовать показать человеку другую точку обзора. Попробовать показать, не заставить его увидеть, а попробовать показать. В книге именно так написано. Мы попробовали взглянуть на это с другой стороны. Человек сам в четвертом шаге попробовал взглянуть и не увидел, то я могу только попробовать ему показать. Все. Он может быть со мной согласен. Если он честно делал все, что надо делать до этого, он скажет, о, блин, спонсор, ни хрена себе. Да, и первый, четвертый, пятый шаг, он именно так вот, человек болезненно реагирует. Потом уже, когда это там второй, третий, четвертый, пятый шаг сдает человек, да, разговаривает, да, и, ну, не то, что сдает, а вот делится он, да, и он уже сам видит. И сам уже гогочет, говорит, ну, смотри, ну вот, ну, блядь, ну опять эта корона на ушах у меня висит же уже на уши, давит, ну почему я не чувствую этого, да, и уже сам человек, это, если это делает. Поэтому для меня пятый шаг – это длинный разговор. В книге так написано. Мы готовы к длинному разговору. Это длинный разговор. Мы двигаемся со спонсируемой 2 часа в неделю. Неделю у нас есть. Мы также книгу читаем. Да, вот начинаем читать книгу. И у нас 2 часа в неделю книга. С самого начала мы читаем по голове. Да, 2 часа в неделю. Каждый из нас знает, что вот в этот день, вот в этот час – у нас книга с этой спонсируемой. Потом она уходит там на 4-й шаг, и мы не читаем книгу. Потом, когда она заканчивает 4-й шаг, она говорит, все, я закончила 4-й шаг. И мы читаем, мы опять входим в режим вот этого еженедельной встречи по 2 часа. И это разное движение. Это с кем-то это будет там, у него 70 человек, и он уже там половину увидел, и он быстренько проскочил. А с кем-то это будет 3 шага вперед, 2 назад, 3 вперед, 2 назад. Кого-то Бог прямо останавливает в 5-м шаге. Вот прям раз я остановил. Я куда-то еду, не получается. У меня командировка, работа, спонсируемую куда-то. То есть ей надо в этой точке побыть. Надо побыть, пойти к Богу, попросить помощи.
Потому что это не работа человека. Это невозможно. Нельзя вот все там объяснил, вот это твоя нечестность, вот это вот как я прям меня это сразу скребет, когда я начинаю разговаривать с людьми, с нашими из сообщества. И вот это, а вот тут это моя нечестность, а вот это моя корысть. Блядь, да что ты, ну, это нормально, человек нормально так живет, просто... Если ты постоянно будешь за какими-то нечестностями и корыстями следить, ты не успеешь увидеть, как у тебя вот это вот все образуется большим снежным ком. Да, потому что моя задача следить не за своими нечестностями и корыстями, а за тем, чтобы не наступать людям на ноги. За тем, что ты делаешь здесь и сейчас. Да, я хожу там, думаю, так, вот, я с утра встала, там, я не знаю, муж просил приготовить вот это, а я не успела приготовить. В этот момент я уже же где-то, да, но я разбираю свой корыстный, эгоистичный поступок, который был сегодня утром. По итогу собираю еще попутно хрен знает сколько. К вечеру уже можно бухать идти, если до вечера дотянешь. Да, поэтому это, ну, пятый шаг, он действительно, после него на самом деле уходит желание употреблять. Вот честно сделанные 5 шагов дают возможность прекратить употреблять. Не дают возможность начать спокойно жить, счастливо и свободно. Употреблять перестанешь без проблем. Алкоголь, вот, ну, обратите внимание, в 12 шагах про алкоголь вообще сказано 1 раз. В первом шаге, в первой половине. Все. Больше нету ничего. Поэтому очень быстро все уходит. И еще, ну, по-любому это часть 4-го шага, да, 5-й шаг, это оттуда вот это, часто их спаривают эти шаги, 4-й и 5-й шаг, да. Я сегодня вот услышала, Танюха говорит, я в рамках 4-го шага двигаюсь с подопечной, я могу рассказать то, что она спросит. Задаст вопрос, я расскажу. Этим отличаются от алкоголики, а от созиков. Если нашему человеку скажи, что я буду помогать тебе делать 4-й шаг, делай спонсор. Нет вопросов. Мы же как... Вот это надо просить помощи. Вот сейчас у нас был с утра вот этот вопрос. Надо просить помощи. Мы-то как просим помощи? Созики говорят, мы не умеем просить помощи. Алкоголики помощь просят так. Слышь, давай помоги. Помоги, значит, сделай за меня. На, иди делай. Быстро делай, хорошо, правильно. Да, почему не сделал быстро, хорошо, правильно? Я сам не знаю, как тебе хорошо и как правильно. Ну, что-то давай делай. Поэтому я не буду участвовать в рамках 4-го шага, за исключением действительно конструктивных вопросов. Очень важно, чтобы это было конструктивно. Я прямо в рамках 4-го шага скажу, что не можешь сидеть 15 минут, погружаешься, сидишь 5. Вот 5 минут открываешь книгу, тетрадку с ручкой, если погружаешься в это говно, больше 5 минут не сидишь. Не достанем. Не достанем. Выйдешь только через употреб. Больно. Больно. Невозможно. Не успеет увидеть. Не рядом же никто не держит за руку. Не успеет увидеть, как сиганет. Очень много людей в 4-м шаге уходит употреблять. От боли. Мы начинаем копать, мы от боли идем жрать. Не надо ничего копать. Поэтому я прям очень серьезно повторяю правила движения в 4-м шаге. Я часто очень спрашиваю, что у тебя там с 4-м шагом? Как ты двигаешься? Слушаю, что рассказывает, когда пишет. Если человек пишет на ночь глядя, останавливаю и пытаюсь сдвинуть на первую половину дня. Потому что потом не может спать. Ну, посидел, вот это окунулся, вспомнил. А уснуть не может. И, конечно, глупо было. Ну, как? Поэтому есть очень... Вот это важно, почему у меня есть внутри моей программы выздоровления ежедневный звонок. Да, ежедневный звонок один обязательно. Больше можно, меньше нет. Потому что надо быть на постоянной связи с человеком, который двигается внутри. Нужна постоянная связь. Твоя задача его слушать. Да, я мне звонит спонсируемая, я слушаю. Боже, давай послушаем, что она говорит. Да, и всегда есть же ответ, вот то, что Танька говорит. Ты наговариваешь, ты слышишь. Ты наговорил,
Сам говоришь и сам понимаешь, о, какую хуйню я несу. Боже, помоги мне, пожалуйста. Да? Потому что пока ты носишь это в голове, это кажется гениальной, вообще просто супер вещь. А потом ты начинаешь это озвучивать. Ой, кто говорит это? Это что такое вообще? И тебе кажется, что ты как-то все правильно же было там, да? Вот да, да, голова перепутывает. Поэтому, и на самом деле это трудное место, пятый шаг. Это место трудное и место движения с Богом. Но когда светлеет человек, вот это прям чудесная штука. Заходит особенно в первый, четвертый шаг. Заходит в первый, четвертый, пятый, первый. Прям такой грузовик. Вот, ну прям столько боли и мрака. И... Нет, это действительно все спонсируемые у меня с головой вот такой, как моя. И это люди, которые могут убить. Которые... Ну, это мрачные люди. И на первом, вот это первое движение, просто махра такая вот это. А потом оп. И раз, и этот человек говорит, слушай, а я пошла и мамусику там отнесла, что-то там, ни хрена себе, как так? У нее там с матерью были лютые вообще отношения, да. И там, ты знаешь, мы сегодня встречались с мамой, просидели час в кафе. Я, говорит, отметила это, ну, увидела это. После обеда уже. День закончился практически. Я думаю, так, все заканчивается работа, еду на собрание. И вдруг я вспоминаю, да, я сегодня с мамой в час в кафе встречалась. Час сидела. Ни хрена себе. И у меня нету вот этого, да, там, что-то мама вот тут уже сидит, задолбала, это контролирует, то смотрит. А есть теплое отношение к маме. Вдруг откуда ни возьмись, взялось. Это неважно, ходит мама там волоном, да, или не ходит. Мама может держать за горло, продолжать. А человек по-другому относится. Потому что Бог меняет. И ты видишь это постфактум. То есть ты, это не то, что ты оп, теперь понимаешь, как тебе надо двигаться, и больше ты так не двигаешься. Нет, ты обычно видишь это после того, как это происходит. Ты меняешься и отмечаешь постфактум, после. Раз увидел. Тормозим мы сегодня. Ну, на самом деле, правда, это много говорится, само зерно в действии, в поступке, в проходе этого пятого шага. И с Божьей помощью это все меняется на основе четвертого. Вот, не пила сегодня. У нас что-то со временем, надо как нам это, да? Спасибо.